Всем привет! С вами Ольга Чернова, 1 сентября, огородная азбука. Вот только что стояла около полосатого шоколада и показывала вам, какой он крупный, хороший. Хочу показать последний юсуповский. К сожалению, я не успела снять вам его, когда на заготовку семян брала, потому что уже не было времени. Вот хочу показать, вот смотрите, последние экземпляры, сентябрь месяц, вызрели все на кусту на материнском. Вот такие вот юсуповские, огромные. Первые были вообще больше ладони, но я из-за своей занятости в этом году вообще новых сортов очень мало вам смогла показать. Но зато показываю сейчас. Вот какой прекрасный. До свидания.